23 мая в Печоре состоялось предварительное внутрипартийное голосование, организованное «Единой Россией». В 9 часов утра открылись 15 площадок для голосования, 11 в поселениях и 4 в городе. Городской дом детского творчества, дворец спорта имени Кулакова, дом культуры железнодорожников и кинотеатр имени Горького. Я пришла и отдала свой голос, потому что я люблю этот город. Надеюсь, что люди, кандидаты, за которые я отдала свой голос, внесут свою лепту, и мы будем жить лучше. Наблюдается высокая явка избирателей. Все приходят с хорошим настроением, активно голосуют. Сама процедура голосования выглядела так. Избиратель, придя на площадку, получал 2 бюллетеня. Один содержал список выдвиженцев в Госсовет Республики, другой – в Совет муниципального района Печора. Выбирать одного кандидата было совершенно не обязательно. Поставить знак можно было напротив нескольких имен или за всех сразу. Всего в предварительном внутрипартийном голосовании принял участие 71 кандидат. Среди них как рядовые печорцы, так и руководители крупных предприятий, действующие депутаты разных уровней. Надо обязательно прийти на праймериз и поучаствовать, для того, чтобы было видно, кто из наших печорцев занимает активную гражданскую позицию и за кого в будущем придут наши, как говорится, ректорат голосовать уже на выборах. На площадках для голосования работала праздничная торговля. Выступали творческие коллективы, играл духовой оркестр. Печорцы охотно принимали участие в творческом конкурсе «В десяточку». Для того, чтобы появился шанс стать обладателем главного приза, необходимо было заполнить специальный купон, придумать идею, наказ или предложение будущему депутату. Победитель конкурса получит телевизор.